Я показываю, вы запоминаете. Сегодня будем делать мощное усиление интернета и связи. Что для этого нужно сделать, я показываю. Для этого зайдите просто в настройки, найдите пункт сим-карты мобильной сети, зайдите в ту сим-карту, которую вы хотите сделать, и сделайте вот предпочтительный тип сети. Нажмите 3G, это стабильная сеть, интернет выбивать не будет, а связь будет просто на ура. Дальше выходим назад, нажимаем такой пункт, который называется мобильные сети. Здесь будет автоматически сеть, вы включите в ручном режиме, выберите ту сеть, которую хотите, и у вас реально будет куда лучше работать телефон. Дальше, предпочтительный тип сети выбрали, мобильные сети мы выбрали, теперь нам осталось, смотрите, что сделать, точки доступа APN. Заходим в точки доступа APN, нажимаем на стрелочку, выбираем среди настроек типа аутентификации ставим ЧАП, стандартный аутентификатор типа APN Default, запятая SAPL, протокол APN IPv4, IPv6, IPv4, IPv6, протокол в роуминге, если пользуетесь, и каналы выставляем пункт до EVDBO, нажимаем ОК. Дальше в конце нажимаем вот эту кнопку еще, нажимаем сохранить, перезагружаем телефон и наслаждаемся прекраснейшим интернетом и сотовой связью. Не благодарите.